Друзья мои, доброе утро. Татьяна Пикер снова сегодня с вами. И компания Arbat Homes приветствует вас из солнечной, уже почти яркой Алании. Сегодня снимаю для вас комплекс на этапе строительства. 1+1, 119 тысяч евро с рассрочкой. Все детали попозже. А хочу сейчас сказать, где я нахожусь. Я сейчас, это центр Алании. Начинаем именно с пляжа, видим песочек, нет эрозии моря, плит нет, море теплое, купальный сезон начался, 22-23 градуса, поэтому ждем вас здесь, приезжайте. Друзья, когда вы приобретаете недвижимость в Алании или в каком-то другом районе, или в другой стране, всегда нужно обращать внимание на местоположение. Не всегда есть возможность приобрести машину, и нужно знать, что транспортная развязка в порядке от нашего сегодняшнего комплекса до транспортной развязки улицы Ататюрка всего 50 метров и метров 150 до объездной трассы. Так что по двум улицам ходит у нас транспорт. Что касается всех сетевых маркетов, всех А101, Мигрос, БИМ, ШОК и так далее, все это 2-3 минуты. Все находится рядышком с нашим сегодняшним комплексом. Многочисленные парковые зоны, просто красивейшие зеленые места. Все это здесь, это центр Алании, это район Кейкубат, это восточный от нашего прекраснейшего замка, вот этого Кайлео называется. И поехали уже в комплекс. Друзья мои, на месте я, вот за мной как раз и строечка. Застройщик, очень известный в Алании, вообще на Средиземноморье, уже не один и не 10 проектов было вовремя сдано в эксплуатацию. Здесь все строится, все гремит, что-то шебуршит, от греха подальше. Я буду вам рассказывать о комплексе информацию в парке, который находится вот прямо напротив меня. И отсюда прямиком 50 метров до моря, как я и говорила в начале ролика. Локация самая важная. Местоположение, местоположение, местоположение. Просто так о себе никогда не говорит. Друзья, поехали дальше в парк. Строительство началось в марте этого 2022 года. И будет комплекс сдан в эксплуатацию в шестом месяце. Это у нас июнь. В июне 2023 года план оплаты 30% по стандарту. Первоначальный взнос. И рассрочка до конца строительства, а именно до месяца июня 2023 года. Если интересно, конечно же, можно всегда установить план оплаты с этим, индивидуальный план оплаты. Такая худая кошка, хочется их всех накормить. Итак, друзья, какие планировки предлагаются на продажу? 1+1, 51, 53 квадратных метров. От 119 тысяч евро начинается сейчас ценник. Будет ли меняться цена? Конечно же, будет повышаться и не раз. Следующая планировка 2+1 одноуровневые квартиры и 2+1 дуплексы, но по-турецки мы говорим settled, sold, продано. Так что есть только 1+1, 51, 53 квадрата. Дорогие мои, до моря 50 метров, вся инфраструктура в пешей доступности. Что касается инфраструктуры комплекса, это, конечно же, открытый плавательный бассейн, это небольшая ухоженная территория, это видеонаблюдение 7/24, тренажерный зал и сауна. Дорогие мои, для вашего комфорта все здесь присутствует. Подытожу. Что мы смотрели с вами сегодня? Комплекс на этапе строительства будет сдан в эксплуатацию в июне 2023 года. Самый центр Алании и пляж Кейкубат. Дорогие мои, июнь 2023 года. Рассрочка на данный момент цена 119 тысяч евро. Вот номер телефона, пишем, звоним, списываемся с менеджерами и фиксируем цену, если не хотите потерять свои финансы. И, дорогие мои, по этому же номеру телефона, пожалуйста, пишите нашему начальнику, нашему патрону АСМБ, Штугу, основатель нашей компании, если вы хотите записаться на индивидуальную встречу, которая состоится в трех городах в Казахстане в конце месяца. Все подробности узнаете у АСМ Баштуга. Желаю вам всем удачи, мира, счастья, здоровья. Татьяна Пикер, Arbat Homes. Пока-пока.